Приветствую уважаемых подписчиков и зрителей нашего канала. Перед тем, как перейти, собственно, к цитатам и афоризму, хочу сказать, что в этом ролике будут не только мысли Михаила Нахмансона, хотя по-прежнему этих мыслей будет очень много. Здесь сыграла роль, что за основу я беру афоризмы и цитаты, которые мы много лет собирали на моем форуме. И там, понятно, афоризмы и цитаты туда предлагал не только я. Вернее, писал туда не только я. Писали их и другие формчане. В данном случае часть афоризмов и цитат, которые я приведу в этом ролике, на форум добавил формчанин, писавший под ником Оцелот. Ну и теперь, с вашего позволения, приступим. Первое лучше зачитаю. Если находишься перед выбором, так поступить или этак, подумай, что сделал так, ты покажешь, что любишь себя. А поступил этак, что уважаешь. Доброе слово и пистолет убеждают гораздо лучше, чем доброе слово без пистолета. Аль Капоне. Превосходство в огневой силе очень помогает ведению мирных переговоров. Мир стоит, а долго еще будет стоять. Насилие. 10 мудрецов не отдалеют одного средней прошивости автоматчика. Генерал Лебедь. Следующее лучше зачитаю. Даже сторонникам мнимой справедливости необходимо место под солнцем. И неразумно забывать, что это место было расчищено стрелами и копьями. Адмирал Торрес. Врага надо бить его же оружием, на его же территории, по его же голове. С монархами не говорят о деньгах. Фортуна улыбается смелым. Следующее лучше зачитаю. Местные террористы ничем не отличались от земных. Та же врожденная склонность к бунтарству, нежелание подчиняться какой-либо власти и приверженность вендетте, начального повода которого, который никто уже не помнит. Война ради войны и попутно торговая операция в сфере наркобизнеса. У вас не будет никаких гарантий. Вы должны мне поверить или не поверить. Когда хочешь, чтобы тебя не нашли, сделай так, чтобы тебя не искали. Следующее лучше зачитаю. Никогда не показывай, насколько много ты знаешь. Этого может оказаться или недостаточно, или слишком много. Не раскрывайся ни перед кем. Риск стоит денег, и только риск приносит еще большие деньги. Ни один краб на огне сразу не краснеет. Всему свое время. Для победы нужно полюбить своего врага. Подлинный экстаз может быть только взаимным. Следующее лучше зачитаю. В этом мире уважали силу, только силу, и ничего кроме силы. Вежливость однозначно воспринималась как символ слабости. Хочешь разговорить с человеком, похвали тот предмет, к которому он относится с обожанием. Если хочешь увидеть лицо врага, позволь ему приблизиться к тебе. Всегда трудно иметь дело с противником, к которому испытываешь симпатию. На этом сегодня все. Если понравился ролик, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, делитесь роликом в социальных сетях и на других ресурсах, пишите комментарии, смотрите мои аналогичные ролики. Какие именно вы видите на конечных заставках?